Семейный материнский капитал предоставляется женщинам, родившим третьего и последующих детей после 31 декабря 2012 года. Каждый год он индексируется, и сейчас его размер составляет 121 612 рублей 92 копейки. Реализовать его можно по достижении ребенком, давшим право на его получение, 1,5 лет. А для использования доступны сразу 5 направлений. Улучшение жилищных условий, получение образования ребенком детьми, возмещение расходов по приобретению товаров длительного пользования, на осуществление ремонта в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности. И последнее направление – это на оплату медицинских услуг ребенку, детям, осуществляющим организациями на территории Мурманской области. Также один сертификат можно использовать сразу по нескольким направлениям. Они определяются с учетом мнения самих многодетных родителей и их нужд. Предпочтения на постоянной основе изучают специалисты Центра социальной поддержки. Всего с 2012 по 2015 по Кандалакшскому району было выдано 255 региональных семейных сертификатов. 178 из них уже были реализованы на общую сумму средств 9 миллионов 167 тысяч рублей. Подавляющее большинство родителей используют материнские сертификаты для возмещения расходов по приобретению бытовой техники, мебели и автомобилей. Узнать дополнительную информацию, а также записаться на прием к специалистам Центра социальной поддержки населения можно по телефону 9 76 14. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.